В 19-й раз в Люберцах провели отчетный концерт школы-студии «Геометрия успеха». Свои вокальные, хореографические и актерские способности артисты продемонстрировали на сцене Дворца культуры. За выступлениями участников наблюдали мои коллеги. Для Даниила Бундуки сцена стала родной 7 лет назад. Он выступает как вокалист, а еще играет в спектаклях музыкального театра юного актера. С будущей профессией пока не определился, но свою жизнь точно свяжет с музыкой. Музыкальная школа была с 5 лет, но меня взяли с 4, меня пожалели. И также я продолжаю до сих пор заниматься, мне уже 13 лет. Меня научили петь правильно и петь в маску. Самое главное, чтобы голос летал, звучал звонко и красиво. В дружной семье школы-студии «Геометрия успеха» более 20 вокалистов. На отчетном концерте они делятся опытом и узнают что-то новое, повышая профессиональное мастерство. Егор Артамонов недавно стал лауреатом первой степени международного фестиваля-конкурса «Волшебный мир искусства». В студии эстрадного вокала занимается третий год. Сегодня он один из самых юных участников. Я даже, когда мне в детском саду делали прививки разные, я всегда медсестрам пел, чтобы мне было не страшно, их развлекал. Научили не бояться сцены, научили, во-первых, намного лучше петь стал, и до этого у меня как-то с движениями получалось максимально плохо. Теперь я могу как-то симпровизировать на сцене, начать как-то подвигаться, как-то потанцевать. Над вокальным мастерством они кропотливо работают каждый день. А уверенно держаться на сцене и заряжать энергией зрительный зал их уже научили. Я получала удивительные эмоции. Зал тоже поддержал, аплодисменты были, тоже снимали меня. Мне очень понравилось, было живо, здорово, очень классные эмоции. «Геометрия успеха» — это как второй дом. Здесь меня обучают петь, танцевать. Как правильно петь, как правильно открывать, раскрывать свой голос. Я уже планирую, я хочу стать певицей и актрисой. В 2014 году «Геометрия успеха» стала лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Шаг вперед». Руководитель студии Татьяна Матвеева достижением рада. Но главная ее гордость – выпускники. Многие уже получили высшее образование, например, вокальное. Вернулись в детскую музыкальную школу, где я сейчас директором работаю, уже педагогами. Для кого-то это просто хобби. Они, например, в своем институте или в школе, они там становятся такими заметными людьми. Потому что все-таки красивое пение – это и речь хорошая, чистая, это и владение звуком, и умение как-то выйти на публику. Поэтому собственно, для этого и создавалась эта студия. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.